Как быстро убрать жвачку с волос? Лучшие способы. Жевательная резинка предназначена для очищения ротовой полости, но популярность среди детей и взрослых обусловлена скорее разнообразными вкусовыми качествами. После использования может оказаться в любом месте: на земле, в транспорте, на одежде, подошве обуви. Подобные ситуации обыденные, и редко кто обращает на них внимание. Но настоящей проблемой становится липкий комок, запутавшийся в прядях. Советы, как убрать жвачку с волос, пригодятся каждому. Эффективные способы помогут сохранить шевелюру от парикмахерских ножниц быстро. Выйти из неловкого положения. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. Обрезать ножницами — быстрый, но кардинальный метод решить ситуацию при условии, что жвачка приклеилась кончиком. Как убрать со срезов волос? Нужно расчесать тщательно прилегающие пряди, увлажнить из пульверизатора или просто намочить водой. Отделить локон со жвачкой и состричь проблемный участок. Затем еще раз расчесать волосы, собрать в хвост. После свободную часть несколько раз обернуть тонкими резинками, дойдя до самого среза. Подстричь на уровне последней резинки, это поможет восстановить ровную линию после удаленной пряди со жвачкой. С помощью масла растительные масла станут настоящим спасением для тех, кто не готов к кардинальным решениям. Также это, безусловно, оптимальный вариант для детей, безопасный и не требующий особой подготовки. Все, что нужно, найти масло, подойдет любое имеющееся: оливковое, подсолнечное, кунжутное, кокосовое, органовое. Как убрать жвачку с помощью масла? Нужно подготовить волосы, отделить прядь с резинкой от общей массы. Чтобы остальные локоны не запутались, зафиксировать их зажимами. Пропитать ватный диск маслом, приложить к жевательной резинке. Для усиления эффекта желательно масло подогреть. Под действием жирной основы резинка постепенно будет распадаться на частицы, удалить которые можно редким гребнем. Если же запутавшаяся прядь находится в области макушки, затылка, нужно наклонить волосы над ванной и медленно лить тонкой струйкой масло непосредственно на слипшуюся область. Затем хорошенько помассировать и отделить резинку от волос. Если процесс вызывает сложности, оставить на 10 минут, после повторить. Вымыть волосы с шампунем, нанести бальзам и хорошенько расчесать для удаления оставшихся частиц. Для тщательного очищения стоит воспользоваться контрастом температур, обдавая локоны попеременно то холодной, то горячей водой. Подходит способ, если жвачка не застряла в области головы, иначе можно обжечь кожу. С помощью вазелина, чтобы очистить волосы от жевательной резинки, можно воспользоваться содержимым аптечки. Всегда найдется вазелин, который поможет решить проблему за 5 минут. Заменяется глицерином, раствором токоферола, ретинола или рыбьим жиром. Какой-либо ингредиент обязательно окажется под рукой. Доступные средства помогут избежать травматизации пряди при вычесывании. Как достать жвачку с головы, отделить прядь с приклеившейся резинкой? Ребенку можно завязать вокруг хвостики, чтобы он неосторожными движениями не спутал еще больше волос. Отмерить около 10 грамм вазелина или другого средства, хорошенько смочить жвачку. Аккуратно разминать пальцами, словно пластилин. Важно деликатно массировать, чтобы не травмировать тонкие волосы, повредив стволовую структуру. Через 5 минут жвачку можно вытащить из волос, удалять нужно даже мельчайшие частицы, предупредив последующее склеивание. Затем вымыть локоны с шампунем и расчесать. Апостроф, закрывающая круглая скобка, точка с запятой, закрывающая фигурная скобка. При помощи майонеза калорийный соус поможет очистить пряди, сохранив волосы от стрижки. При отсутствии майонеза можно взять арахисовое или какао-масло. Для быстрого удаления используется старая зубная щетка, для извлечения мелких липких частиц резинки. Этапы процедуры: подогреть майонез или арахисовое масло на водяной бане. Нанести продукт на проблемную область волос и прилегающие участки. Помассировать в течение минуты и оставить еще на 10. С помощью щетки вывести резинку, еще раз пройтись гребнем с редкими зубьями. Для удаления остатков присыпать пряди содой. Затем вымыть с шампунем, нанести бальзам. Охлаждение – настоящая проблема. Отлепить жвачку с тонких длинных волос девочки, особенно с заплетенных прядей. Воздействие холода – оптимальный способ решения деликатной ситуации. Пригодится способ также, если резинка приклеилась к одежде или любой другой поверхности. Достаточно положить вещь в морозильную камеру на 15 минут, после не составит труда вынуть затвердевший комочек.
Для волос стоит воспользоваться кубиками льда или хладопакетом. Положить голову так, чтобы на спутавшуюся прядь можно было выложить лед, не контактируя при этом с кожей головы. Через 5-7 минут отклеить жвачку пальцами от волос. Косметические средства. Вывести жвачку можно с помощью стайлинговых средств с силиконом. Это могут быть муссы, спрей для блеска, сыворотки и масло для кончиков, предупреждающие сечение. Особые формулы помогают не только добиться волшебного блеска, но и снять жвачку, избежав состригания пряди. Для этого нужно щедро распределить косметическое средство на самой резинке и запутавшихся локонах. Оставить на 5 минут, затем отделить комок от основной массы волос и хорошенько расчесать. Это наиболее быстрый метод, так как не требует мытья шевелюры шампунем. С помощью спирта отличной заменой станут различные травяные настойки и алкогольные напитки. Этот способ можно использовать, если жвачка застряла у ребенка, часто сталкиваются с подобной проблемой школьники. Процедура потребует немного времени и терпения, но это стоит того, чтобы уберечь волосы от стрижки. Как убрать жвачку спиртом? Погрузить прядь со жвачкой в пузырек с настойкой, оставить на 10 минут, если проблемную прядь сложно отделить. Хорошенько смочить спиртовой жидкостью и помассировать пальцами, отделить резинку, хорошенько расчесать гребнем. Вместо спирта можно использовать лимонный, грейпфрутовый, гранатовый сок или кока-колу. Что делать запрещено, чего делать нельзя? Использовать токсичные жидкости, ацетон, керосин, бензин могут вызвать ожоги и слизистые. Аллергические реакции. Пытаться вычесывать жвачку без предварительной обработки маслом, вазелином, холодом – это приведет к травматизации волос, к образованию колтунов. Мыть волосы нужно лишь после полного удаления резинки, если провести процедуру мытья да отодрать. Слипшийся кружок будет невероятно сложно. Способы, чем вывести жвачку из волос, стоит знать и взрослому, и ребенку. Подобная проблема может возникнуть в любой момент. Для решения всегда найдутся подручные средства, которые позволят исправить неловкую ситуацию всего за несколько минут. Полезное видео, как достать жевательную резинку из волос. Как удалить жвачку из волос ребенка. Обрезать ножницами. Быстрый, но кардинальный метод решить ситуацию при условии, что жвачка приклеилась кончиком. Как убрать со срезов волос? Нужно расчесать тщательно прилегающие пряди, увлажнить из пульверизатора или просто намочить водой. Отделить локон со жвачкой и состричь проблемный участок. Затем еще раз расчесать волосы, собрать в хвост. После свободную часть несколько раз обернуть тонкими резинками, дойдя до самого среза. Подстричь на уровне последней резинки, это поможет восстановить ровную линию после удаленной пряди со жвачкой. С помощью масла растительные масла станут настоящим спасением для тех, кто не готов к кардинальным решениям. Также это, безусловно, оптимальный вариант для детей, безопасный и не требующий особой подготовки. Все, что нужно, найти масло, подойдет любое имеющееся: оливковое, подсолнечное, кунжутное, кокосовое, органовое. Как убрать жвачку с помощью масла? Нужно подготовить волосы, отделить прядь с резинкой от общей массы. Чтобы остальные локоны не запутались, зафиксировать их зажимами. Пропитать ватный диск маслом, приложить к жевательной резинке. Для усиления эффекта желательно масло подогреть. Под действием жирной основы резинка постепенно будет распадаться на частицы, удалить которые можно редким гребнем. Если же запутавшаяся прядь находится в области макушки, затылка, нужно наклонить волосы над ванной и медленно лить тонкой струйкой масло непосредственно на слипшуюся область. Затем хорошенько помассировать и отделить резинку от волос. Если процесс вызывает сложности, оставить на 10 минут, после повторить. Вымыть волосы с шампунем, нанести бальзам и хорошенько расчесать для удаления оставшихся частиц. Для тщательного очищения стоит воспользоваться контрастом температур, обдавая локоны попеременно то холодной, то горячей водой. Подходит способ, если жвачка не застряла в области головы, иначе можно обжечь кожу. С помощью вазелина, чтобы очистить волосы от жевательной резинки, можно воспользоваться содержимым аптечки. Всегда найдется вазелин, который поможет решить проблему за 5 минут. Заменяется глицерином, раствором токоферола, ретинола или рыбьим жиром. Какой-либо ингредиент обязательно окажется под рукой. Доступные средства помогут избежать травматизации пряди при вычесывании. Как достать жвачку с головы, отделить пряди с приклеившейся резинкой? Ребенку можно завязать вокруг хвостики, чтобы он неосторожными
Движениями не спутай еще больше волос. Отмерить около 10 грамм вазелина или другого средства, хорошенько смочить жвачку. Аккуратно разминать пальцами, словно пластилин. Важно деликатно массировать, чтобы не травмировать тонкие волосы, повредив стволовую структуру. Через 5 минут жвачку можно вытащить из волос, удалять нужно даже мельчайшие частицы, предупредив последующее склеивание. Затем вымыть локоны с шампунем и расчесать. При помощи майонеза калорийный соус поможет очистить пряди, сохранив волосы от стрижки. При отсутствии майонеза можно взять арахисовое или какао-масло. Для быстрого удаления используется старая зубная щетка, для извлечения мелких липких частиц резинки. Этапы процедуры: подогреть майонез или арахисовое масло на водяной бане. Нанести продукт на проблемную область волос и прилегающие участки. Помассировать в течение минуты и оставить еще на 10. С помощью щетки вывести резинку, еще раз пройтись гребнем с редкими зубьями. Для удаления остатков присыпать пряди содой. Затем вымыть с шампунем, нанести бальзам. Охлаждение и настоящая проблема — отлепить жвачку с тонких длинных волос девочки, особенно с заплетенных прядей. Воздействие холода – оптимальный способ решения деликатной ситуации. Пригодится способ также, если резинка приклеилась к одежде или любой другой поверхности. Достаточно положить вещь в морозильную камеру на 15 минут, после не составит труда вынуть затвердевший комочек. Для волос стоит воспользоваться кубиками льда или хладопакетом. Положить голову так, чтобы на спутавшуюся прядь можно было выложить лед, не контактируя при этом с кожей головы. Через 5-7 минут отклеить жвачку пальцами от волос. Косметические средства: вывести жвачку можно с помощью стайлинговых средств с силиконом. Это могут быть муссы, сплит для блеска, сыворотки и масло для кончиков, предупреждающие сечение. Особые формулы помогают не только добиться волшебного блеска, но и снять жвачку, избежав состригания пряди. Для этого нужно щедро распределить косметическое средство на самой резинке и запутавшихся локонах. Оставить на 5 минут, затем отделить комок от основной массы волос и хорошенько расчесать. Это наиболее быстрый метод, так как не требует мытья шевелюры шампунем. С помощью спирта отличной заменой станут различные травяные настойки и алкогольные напитки. Этот способ можно использовать, если жвачка застряла у ребенка, часто сталкиваются с подобной проблемой школьники. Процедура потребует немного времени и терпения, но это стоит того, чтобы уберечь волосы от стрижки. Как убрать жвачку спиртом: погрузить прядь со жвачкой в пузырек с настойкой, оставить на 10 минут, если проблемную прядь сложно отделить. Хорошенько смочить спиртовой жидкостью и помассировать пальцами, отделить резинку, хорошенько расчесать гребнем. Вместо спирта можно использовать лимонный, грейпфрутовый, гранатовый сок или кока-колу. Что делать запрещено: чего делать нельзя — использовать токсичные жидкости, ацетон, керосин, бензин, могут вызвать ожоги слизистой, аллергические реакции. Пытаться вычесывать жвачку без предварительной обработки маслом, вазелином, холодом — это приведет к травматизации волос, к образованию колтунов. Мыть волосы нужно лишь после полного удаления резинки. Если провести процедуру мытья, да отодрать слипшийся кружок будет невероятно сложно. Способы, чем вывести жвачку из волос, стоит знать и взрослому, и ребенку. Подобная проблема может возникнуть в любой момент. Для решения всегда найдутся подручные средства, которые позволят исправить неловкую ситуацию всего за несколько минут. Полезное видео: как достать жевательную резинку из волос. Как удалить жвачку из волос ребенка.